В рамках недели правовой грамотности сотрудники прокуратуры города проводят встречи в трудовых коллективах. Основная тема беседы – противодействие коррупции. Кроме того, для распространения уже подготовлен ряд буклетов, которые появятся в муниципальных учреждениях и коммерческих организациях. Это работа коллегиальная. В данном случае попрошу людей, причастных к вопросу коррупции, не оставаться в своих проблемах. А если такие факты связаны с их деятельностью, там, коммерческой деятельностью, либо организацией, эти решения необходимо направлять в органы прокуратуры и правоохранительные органы для принятия соответствующего решения об уголовном преследовании, либо об административном преследовании виновных должностных лиц.